плоские крыши, почему черные бочки на них. Деревня эта называется Джисер-Азарка, в переводе на русский язык «Синий мост». Почему «Синий мост»? Дело в том, что здесь вот в Приморской низмости, где мы сейчас с вами проезжаем, здесь протекает небольшой ручей, называется он Крокодиловый ручей. Когда-то, 2000 лет назад, здесь стояла во времена римлян небольшая ферма, где римляне выращивали крокодилов, и этих крокодилов потом использовали в перерыве между гладиаторскими боями в городе Кесаре. Крокодилов давным-давно уже нету. Последнего отстрелил местный бедуинский охотник в начале 20 века, но название они дали вот этому ручейку. Ручей впадает в Средиземное море, и в самом-самом конце 19 века через этот ручей был построен мост, который покрасили в синий цвет. Так вот и стало это место называться. Синий мост. А мост этот был построен для очень важного